Приветствую вас на канале Альталюс, я Владислав Шпиталь, и сегодня мы вам предлагаем обзор светодиодной новинки ENL9336C24. В коробке находится сам светильник, пульт дистанционного управления, паспорт, элементы крепления и клемная колодка. Модель ENL9336 представлена в двух мощностях 32 и 24 Вт. С диаметром изделия 450 и 390 мм соответственно. Источником света является СМД-светодиоды 5730 в количестве 48 штук, где 24 холодных и 24 теплых светодиода. Общий световой поток составляет 2160 люмен. Регулировка света осуществляется при помощи пульта холодный, теплый, универсальный, ночник. А также есть функция плавной регулировки яркости и цветовой температуры. Для помещений до 15 квадратных метров мы рекомендуем использовать светильники 32 Вт. До 10 квадратных метров светильники 24 Вт. Широкое использование светильников ENL9336 возможно благодаря трем разным цветовым решениям. Следите за нашими новинками, подписывайтесь на канал и ставьте лайки!